Сельская господарка – галина экономики, от якой залежит харчовая безопека державы. У Могилевской области больше за 170 сельгазпредприемств и 550 фермеров. Самыми сучасными технологиями на прикладе господарок Могилевского района познайомили молодых специалистов, которые являются перспективным кадровым резервом на керующие посады у сельской господарцы. И для их организовали семинар-практикум. Гэтые молодые люди относно недавно скончили сельгасакадемию, однако уже уключены у резерв керующих кадров. На семинары их знакомить с практикой работы лепших господарок Могилевского района. Я в этом хозяйстве, которым я сам целевик оттуда, и отец работает всю жизнь. И я с малых лет постоянно с ним в сельском хозяйстве. Коллектив меня принял, ну, очень хорошо. Я бы хотела бы узнать что-то новое для себя, потому что, ну, как-то более опытные, может, люди что-то расскажут. Дефицит кадров у сельской господарцы, особливо у живелогадовли, проблема не только Могилевской области. Эта тема стоит остро того, что все-таки надо, чтобы было наставничество, чтобы человек понимал, что он здесь нужен и должен там остаться и работать. Этой золотой молодежи, не побоюсь этого слова сказать, будет показано именно, как нужно работать. Поскольку он выбрал эту профессию, он должен уже изначально быть, ну, знать, что он попадает в определенные условия, которые характерны этой профессии. И задача руководителей всех уровней – создавать для вот этого птенца такие условия, чтобы он действительно вырос и получил на первом рабочем месте хорошие условия труда, хорошие условия быта. Кадрам сельгаспредприемства надается особливая увага, от их залежит стабильное развитие аграрной галины. Нагадаем, для замацавания на вёсцы молодых специалистов створена нормативная правовая база с комплексом материальных стимулов и гарантий. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, новини региона.